Концерт группы «Три дня дождя» в Екатеринбурге, мягко говоря, не задался. Лидер-вокалист Глеб Викторов переборщил с алкоголем и не мог не только петь и стоять, но даже сидеть не особо получалось. Но Глеб не смог. Несмотря на поддержку зрителей и на помощника, который сидел рядом с ним на сцене и все время придерживал. Да уж, хорошим концертом это назвать очень сложно. Несмотря на то, что группа «Три дня дождя» очень популярна среди молодежи, на их клипах миллионы просмотров, но тут не выдержали даже самые преданные фанаты. Они требуют вернуть деньги за это. «Пьяный вой за 3000 рублей» — просто отвратительное отношение к людям, пишут они в комментариях. Да уж, фанатов понять можно, слушать это все не очень-то приятно. Но продюсер группы Сергей Салем сразу же после концерта попытался объяснить, что у Глеба серьезные проблемы со здоровьем из-за затянувшегося концертного тура. Он в абсолютном неадеквате был. У него, блядь, уже поехало здоровье окончательно. Позже распишем, почему и что, блядь, эти 4 месяца тура это был, блядь, тотальный ад. Мне вообще как бы все равно, кто что говорит, но это мой друг, мой брат, как бы, блядь. Я абсолютно как продюсер, блядь, понимаю ваши переживания. Я, блядь, пытался сделать все, что мог. На утро после концерта выяснилось, что Глеб выпил совсем немного алкоголя, а причины были или в сбое работы печени, или в срыве психики. Это, кстати, тоже цитата продюсера. Также Сергей Салем заявил, что проект «Три дня дождя» закрыт на неопределенный срок, а Глеб Викторов отправляется на лечение и реабилитацию. Короче, это мой братан, я рядом с ним, и мы приедем и дадим вам концерт после реабилитации. Это человек, и с каждым человеком, это больной человек, зависимый человек, и с каждым человеком, бывает всякая хуйня. У тебя нет шансов не выйти на концерт, пришлось выйти. Я думал, что мы сможем дать хороший концерт, но у него просто он упал. Он на сцене просто упал. Причем выпил он немного. Это было, блядь, уже отказ организма вообще, как бы, ну, взаимодействовать с мозгом.